Во время «Черной пятницы» Соединенные Штаты охватила чудовищная пандемия, и вскоре общество оказалось на грани гибели. Пришлось задействовать спецотряд, группу агентов, ведущих на первый взгляд обычную жизнь. Их готовили к тому, что им придется самостоятельно спасать мир, если остальные потерпят неудачу. Через 7 месяцев после катастрофы поползли слухи, что в Вашингтоне готовится переворот. Вы агент спецотряда. Вас вызывают в столицу, больше рассчитывать не на кого. Если Вашингтон падет, власть над страной захватят тираны. В вашем распоряжении бесшовный открытый мир, в котором не придется скучать. Он отличается разнообразием погодных условий и реалистичной сменой дня и ночи. По прибытии вы обнаруживаете, что в Вашингтоне царит хаос. Чтобы отбить столицу, вам понадобится помощь жителей. Они объединились в поселения, чтобы выжить в бедственном положении. Эти люди – надежда на восстановление общества, но их жизни находятся под угрозой из-за агрессии со стороны враждебных фракций. Вы заслужите доверие людей, поставляя припасы, спасая союзников, помогая им обрести независимость. А они не бросят вас на поле боя, пришлют подкрепления и предоставят экспертов, чтобы вы упрочили свое положение в городе. Устройте в Белом доме свою операционную базу. Нанимайте людей, которые будут изготавливать вам снаряжение. Экспериментируйте с навыками и настраивайте оборудование для лучшей эффективности. Выполняйте основные операции в ключевых районах, чтобы ослабить противника. И постепенно освобождайте город, продвигаясь по сюжету. За каждую схватку вы будете получать больше опыта. По мере роста сложности улучшится и качество оборудования. Чтобы снаряжение, оружие и навыки дополняли друг друга, изучайте их характеристики. The Division — тактический шутер с укрытиями. Вы должны использовать не только свои навыки, но и местность. Гибкий уровень сложности позволит вам играть как в одиночку, так и с друзьями. Вы будете встречать других агентов в зонах общения, поселениях, убежищах и на операционных базах. В игре The Division 2 враждебно настроенной фракции выстроили укрепление с мощной защитой. Для функционирования таких баз требуется много ценных ресурсов, так что противник бросит все силы на их поиски в стратегически важных районах. Захватывайте стратегические объекты. С их помощью дружественные и враждебные фракции могут контролировать окрестности. Ваши союзники помогут развивать поселение, выполняя определенные действия – сбор ресурсов, спасение заложников, торговля с другими поселениями и тренировка новобранцев. Враждебные фракции будут использовать защитные укрепления и добиваться своих целей агрессивными методами. Они станут усиливать защиту и терроризировать жителей поселений. Например, захватывать в плен, чтобы устроить показательную расправу. От ваших решений и действий зависит сила фракции и доступ к ключевым ресурсам для жителей города. Но есть и другие угрозы. В трех темных зонах вас ждет уникальный игровой процесс PvPvE. Бой с другими агентами и представителями фракции за ценное снаряжение. По мере развития сюжета условия меняются. Противники становятся сильнее. В Вашингтон вторгается новая элитная фракция «Черный Биви». С их появлением вас ждут новые задания – вторжение, блокады и оккупированные темные зоны. Вам придется расширить арсенал своих возможностей. Достигнув максимального уровня, вы сможете выбрать специализацию и получить фирменное оружие. Это предоставляет новые пути развития, в том числе модификации, способности для каждой специализации и возможность использовать гранаты.
Совершенствуйтесь в одиночку и в команде, чтобы справиться с испытаниями, которые ждут вас позже. Укрепление черного бивня в Tidal Basin и рейд на 8 человек – операция «Темные времена». Вас ждет целый год бесплатного контента, новые сюжетные истории, территории и снаряжение. Так что это лишь начало большого пути. Агенты, добро пожаловать в The Division 2. Играйте на Xbox One.